Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев побывал в Херсонской области, там, где берет начало Краснознаменский оросительный канал. Головная часть и первый участок канала подают 380 кубометров воды в секунду, сообщили Никите Сергеевичу. Каховское водохранилище. Отсюда воды Днепра начинают свой путь по степям Таврии, несут им жизнь. От магистрального канала расходится целая сеть ирригационных сооружений.